решение было вынесено как раз в тот момент, когда коллективный Запад обещает наложить максимальное политическое и экономическое давление на Россию за те решения, которые наша страна принимает в отношении кризиса на Украине. Безусловно, это решение политическое, это решение беспрецедентное, и, по всей видимости, оно является частью тех политических, экономических санкций и давления, которые Запад стремится наложить на Россию.